Всем привет, с вами Артём Воронин. В этом ролике мне бы хотелось с вами поговорить о китайских копиях и подделках конструктора Лего. Совсем недавно на просторах интернета я обнаружил парочку наборов аналогичного конструктора, и о них я сегодня вам расскажу. Но это даже не самое главное. Большинство людей вообще не понимают, что из себя в действительности представляет Лего, и это позволяет нечестным на руку производителям нарушать авторские права уже не только самой компании Лего, но и различных самодельщиков и энтузиастов, выдавая жалкую пародию за неповторимый оригинал. Недавно, под роликом, который называется «Нужны ли вам 3D-обзоры», мне написали такой вот комментарий, мол, закажи их с AliExpress. По словам их, подразумеваются наборы, о которых я говорил в том видео. Смотри, инструкция, как их найти. Заходишь в раздел «Конструкторы» и там рыскаешь, и ты их найдешь. Я проверял. Дружище, может быть, я там что-то и найду, но это будет не Лего. Ведь AliExpress – это магазин с китайской продукцией, и оригинального Лего там продаваться не будет. И эта небольшая история является иллюстрацией того, что многие люди, а точнее большинство покупателей, вообще не понимают, что из себя в действительности представляет компания Lego. Как говорил Егор с канала RM8 Lego Garage в своем недавнем ролике. Для многих конструктор Lego — это абстрактное множество конструкторов, которые крепятся вот таким вот образом, кубиками, кирпичиками, которые между собой совместимы. Для них это все Lego. К сожалению, незнание позволяет обманывать потребителей. И в общей сложности так действительно получается. Я к китайским копиям Лего, за исключением тех компаний, о которых я сегодня буду рассказывать, отношусь лояльно. Я считаю, что они вполне имеют место быть. Тем более, опять же, учитывая ценовую политику Лего и благосостояние наших покупателей, конечно, выбор чаще всего не в пользу Лего. Я прекрасно понимаю тех, кто не может позволить себе набор Лего и покупает подделку. Но одно дело, когда человек покупает это осознанно, он знает, что он покупает китайскую копию для каких-то там своих целей. Но совсем иная история, когда люди думают, что они покупают Лего, когда на самом деле этот конструктор Лего ни в коем случае не является. И они приходят домой, вскрывают коробку, обнаруживают там какие-то косяки, может быть, бракованные, сломанные детали, и вполне не исключено, что могут найтись еще и те, кто будут потом компании Лего что-то предъявлять, хотя по сути она в этом не виновата. Поэтому надо быть внимательным. А чтобы быть внимательным, нужно в принципе анализировать и осознавать, какая сейчас ситуация происходит на рынке конструкторов. Если у вас есть возможность купить оригинал, никогда не надо экономить, покупайте оригинал. А то купите какой-нибудь провод с AliExpress, китайский, дешевый, а потом у вас квартира нафиг сгорит. Либо, если все-таки денег на оригинал нет, покупайте подделку. Но все проверяйте, отдавайте себе отчет в том, что вы берете, и будьте крайне внимательными. Я ни в коем случае не против китайской продукции и AliExpress. Я считаю, что там можно заказать действительно очень полезные, в то же время дешевые вещи, которые могут пригодиться в хозяйстве или в какой-нибудь еще сфере. Но не нужно думать, что AliExpress — это какая-то манна небесная, на которой есть все качественно, да еще и недорого. Но не бывает сказок, не бывает, ребят. Настоятельно рекомендую посмотреть сравнительный обзор с канала Desert Eagle Lego Technic Creations. В нем сопоставляются оригинальный набор Porsche 42056 от Lego и его копия от компании Lepin. Кстати, посмотрев это видео, я сделал вывод, что конструктор этой фирмы я покупать точно не буду. У меня есть личный, причем негативный опыт владения китайской подделкой на Lego Technic. Как-то раз мне дали некий конструктор фирмы Bella. Когда мне его давали, я прекрасно знал, что это не Lego и что в коробке этого набора может быть. Собственно говоря, негативные ожидания подтвердились. Конструктор оказался просто полным днищем. Там ужасного качества детали, их неприятно собирать. После сборки, когда модель была готова, ее механизмы работали очень-очень плохо. Поэтому я, конструкторы этого производителя, крайне не рекомендую покупать. Вполне возможно, что качество Лепина будет лучше, но не намного. Я вам не раз рассказывал про самодельщика Шипа из Испании, который строит различные модели автомобилей из Лего Техник. Помимо Шипа, еще есть самодельщик, которого зовут Мадока. Он из Японии. Этот человек построил довольно-таки классную модель автомобиля Авторос Шаман 8x8. И каково было мое удивление, когда я на просторах YouTube нахожу ролик, в котором показана коробка. На коробке изображен тот самый Шаман, а в углу коробки написано Лепин. Мне, если честно, было очень обидно за Мадоку, так как он бесплатно распространяет свои инструкции, в отличие от Шипа. Ну и получается, что с ним очень некрасиво поступили, взяли, скачали инструкцию и по ней выпустили набор. Конечно, вы можете возразить, мол,
Но они же могли договориться с Мадокой. Вполне возможно, но это очень маловероятно. Если они с компанией LEGO не особо-то считаются и у них наборы берут, что уж говорить про самодельщиков и энтузиастов. Но если вы думаете, что на этом все, то вы, к большому сожалению, ошибаетесь. Буквально вчера на просторах YouTube я обнаружил ролик вот с такой вот моделью. Что-то мне это напоминает. Где-то это я уже видел. Собственно, да, это тот самый шиповский Land Rover, мой любимый, в 8-м масштабе. Единственное отличие, что они ему заплатили, так как у шипа все инструкции, повторяюсь, платные. Я, когда только этот ролик с этой моделью нашел, я думал, что это очередное видео про модель от шипа. Но первое, что мне бросилось в глаза, это странные цвета деталей. Какого-то они вот такого неприятного цвета, свойственного классическим подделкам и фейковым каким-то наборам. Ну, видно, что они не такие, как Лего. А второе, что сомнений уже не оставило, это мотор. Сейчас вы видите перед собой XL-мотор, оригинальный леговский. А теперь посмотрите на цвета аналогичного двигателя на той модели, что я вам показывал. Видно, что, к сожалению, это действительно тоже набор Лепина. Потому что у Лего Электрики у них есть четкая расцветка. Еще одним доказательством того, что этот набор все-таки существует, является объявление об этом самом наборе на AliExpress. Стоит он, кстати, почти 10 тысяч рублей. Конечно, было бы интересно взглянуть, что он из себя представляет, может быть, сравнить с тем Defender'ом, который я уже собрал, но если честно, мне не хочется тратить на это ни время, ни нервы, ни деньги. Примечательно то, что я в августе прошлого года купил инструкцию у шипа, чтобы собрать эту модель. Когда я смотрел ролик, где именно был виден процесс ее сборки, я узнал весьма знакомые шаги для себя, и мне, если честно, стало еще обиднее. И, конечно, кто-то из вас может сказать, мол, это Photoshop, монтаж, ну и прочие какие-нибудь спецэффекты, и что, может быть, даже я их нарисовал, чтобы как-то дискредитировать компанию Лепин. Но, я открою вам страшную тайну, для меня в этом нет абсолютно никакой выгоды. Друзья, пожалуйста, распространяйте это видео, распространяйте ролик Кирилла, Егора, все ссылки будут в описании. Особенно делайте это среди тех ваших знакомых, которые вообще не догадываются и не знают о том, что существуют китайские подделки на Лего. Чем больше среди нас будет грамотных и знающих покупателей, тем труднее различным ушлым продавцам и недобросовестным производителям будет нас обмануть. Обязательно проверяйте любую продукцию, особенно если заказываете на AliExpress или приобретаете у каких-то людей с того же Авито. Ну и все. Желаю всем только качественного оригинального Лего, удачи и до встречи в следующих роликах. Всем пока!